Сервер Jurassic Park. Это рейты на томление и добычу 5x, а на опыт 10x. 50 слотов и мощное железо с низким пингом. Карта The Island с приоритетом на PvP игру, а также ивенты минимум раз в неделю. Переходящие трайбы получают бонусы. Трайб от 5 человек получит Трайка, Дедикуруса и Птера. Трайб от 7 человек получит Трайка, Дедикуруса, Анкилу и Кетсаля. Дополнительные киты, сбалансированный товар в магазине, администрация 20+, и многое другое ждет вас на этом сервере. IP сервера и ссылка на группу ВК в описании. И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на сервере Jurassic Park. Собственно, побегал за кадром немало, сделал за кадром немного. Вот, из того, что конкретно сделал, это я сделал седло. И вы не представляете, пока я делал это долбанное седло, я вкачал Трайка на 12 левел. Просто тупо из-за того, что я делал ему хитин. Точнее, находил ему хитин. Это просто абзац какой-то. Кстати, что за фигня тут такое взять? Все. Вот это убрать. Это к тебе обратно. Вот. И, как вы видите, места мне тут конкретно не хватает. Ну, мне тут пару раз рапторы нападали. Ну, как на меня. Я прибегаю на Трайке, смотрю, оба, птицы мои летают и глушат раптора. И, ну, понятное дело, в общем, наконец-то седло сделал, загнал в будку. И все хорошо. Но, к сожалению, места мне очень категорически не хватает. И это просто кошмар. Обалдеть, у меня хватает. Вот, и поэтому как бы пока что все так. Налутал металл, переплавил металл. Видите, уже 355, это довольно-таки неплохо. Пока что предостаточно, но это пока что, мне предостаточно. Так, переместить все, окей, замечательно. Так, ой, у меня уже что, забиты? Да, практически полностью забиты. Очень много наркобери налутал, потому что, ну, собственно, пока кого-нибудь бьешь, бьешь, соответственно, и траву, и, соответственно, получаешь наркобери. Вот, как видите, наркоты очень дофига, а все из-за того, что я на ней качаюсь. Видите, какой левел? 56-й, мать его, левел. Смотрите, шлепс, соточка. Ну-ка, давайте-ка еще, соточка, не соточка. Нет, не соточка, тридцаточка. Ну, сами подумайте, сколько я получил экспы. Плюс еще сколько я убил стегозавров до трайков. В общем, экспы офигенно. Костер зажег, чтобы делать уголь, потому что уголь нужен. Кстати, давай печки тоже зажгу, пускай тоже бодяжат меня потихонечку, но все же уголь. Что же я хочу в этой серии? Я хочу в этой серии расшириться немного, уже начать подготавливаться. Мне в целом сейчас нужно до 60-го левела докачаться. Кстати, а чё я туплю? Я могу же порох делать. Мне нужно до 60-го левела докачаться, чтобы были ракеты. А, кстати, как он там? C4. Ой, да ладно. Их могу уже сделать. Да ладно. Они что, быстрее появляются, чем чем ракеты? Вот это поворот. А нифига себе. А вот это да. Так, а мне что нужно? Мне нужно самодельное взрывное устройство. Дальше мне нужно электроника. Дальше мне нужен... Ну, это ладно, пока что нет. Так, дальше мне нужно... А, дальше уже, да. C4. Офигеть! Обалдеть! Ёперный театр, 2200. Я могу изучать, переизучать. Так, что для тебя нужно? Для тебя нужен станок. Станок, а я станок-то изучил? Я станок изучил, но, блин, я не могу туда... А, нет, блин, могу дотянуться, слава богу. До этого не могу дотянуться. Так, с... Ага, нифига я не изучил станок с... Отлично, с... Стач факел, стимулятор, стега, станок. Что за такое? Скин
станок. Я, кстати, так все еще и не изучил, ой, не узнал, что такое скин. Спрашивал у администратора, он это, в общем, все, у кого я мог спросить, все пока что офлайн. Печаль. Вот такие вот дела, и реально очень много времени прошло, но все еще офлайн. Ну, опять-таки же, я же начал с утра все дела, а у меня когда утро, у всех еще ночь. Ну, вот такие вот дела. Так что, неудивительно. Ну, да ладно, ну-ка. Слиток металла требуется больше. Угу. Давайте посмотрим, что это за скин. Блин, не все равно ноль требует, так что вообще пофигу. Так, могу выбросить, могу положить в инвентарь. Что еще могу сделать с ним? Я больше ничего не могу сделать с ним. Ну-ка, если я выброшу, то это просто будет как предмет. Ну да, как обычный предмет будет валяться. Так, ладно, фиг да с этим всем. Ноль так ноль, и на том хорошо. Постройки. Что мне нужно? Ой. Стройки создания. Вроде бы... А, нет, это все есть. А, да, нефтяшка мне нужна. О, черт побери. Так и знал, что мне нужна нефть. Нефти у меня нет. Нефть у меня нефти. Что означает? Вперед к приключениям! На свою задницу. Так, немного веса прибавляем. Счастья, радости желаем. Это выбросить, это оставить. Так, отлично. Ну что? Вперед в зиму. Ночью, еще и в зиму. Вот я ж в натуре. Кстати, я только что заметил. Стоят три печки, один костер. И, черт побери, мне не жарко. У меня сопротивление жаре и 14 градусов. А все благодаря сопротивлению 20. И это офигенно просто. Я просто в тканевой одежде могу делать то, что мне нужно. И все будет пучком. Как видите, я немножечко расширил все-таки свой дом, так сказать, гараж для трайка сделал, и на том хорошо. Ну и также поставил термошкаф. Кстати, один первый раз поставил сюда термошкаф, а потом расширил и пришлось перенести. Вот, поставил туда ящик, и в этом ящике находятся все семена. Ну, так сказать, это говно пускай отдельно лежит. Вот, ну а термошкаф, он в Африке термошкаф. Вот такие вот делишечки. Так, давай вылази. Не ленись. Вот, пойду я сейчас, в общем... Пролез, затащил. Сейчас звук был, ну ладно. Вот, пойду я сейчас уже лутать нефть, как видите, у меня ее нет, и все очень даже фигово, даже единички нет, ну хотя единичка мне бы не помогла, а вот десяточка бы вполне могла бы. На тебе, скотина, чё? Иди сюда, иди, сказал. На тебе, скотина, тогда сказал, иди сюда, молодчик. Бам! Не попал. Ну и ладно. Вот такие вот вехи. Ну, в общем, полетел я в зиму. В зиму далеко. Ой, карточка, грузись. Кстати, я тут такую фигню заметил. Точнее, нашел. Как говорится, сколько уже этой карты пользуюсь. Смотрите, так это. Оп! Оп! Вообще просто как. Оп! И оно на весь экран. Фу, блин. И оно на весь экран. В общем, мне надо лететь туда в зиму. В зиму это лететь через всю карту. Это очень фигово. Что означает, я буду с большими пересадками лететь. Очень долго и так далее. Так как выносливости у меня мало. Мало выносливости. Ну, самое главное это то, что у меня сейчас они все закрыты. И на них никто не нападет. Это хорошо. Вот. Никакая скотина типа Раптор сюда не подойдет даже близко. В общем, лечу. Обмануть хочу. Полетел я, короче, через лесы, через горы. Через поля и океаны. Вот реально, блин. Мне надо вот к тому обелиску лететь, что ли. Да, вроде бы тот... Не, подожди. Тот находится... Мне вот к тому обелиску надо. Это там, это там. А мне к тому обелиску надо. Твою мать, это просто до усрачки. Как далеко. Кошмар. Ну, кстати, да. Мне же такая сразу мысль в голову пришла. Я сейчас заодно и проверю, лагает ли при перелетах и так далее, то есть как оно бывает. Вот, например, такие провисоны будут, не будут, как долго, и проверю FPS, насколько она падает, не падает. Тоже интересно, лично мне, очень интересно. Так необычно видеть секвойный лес в середине карты, а не внизу.
Блин, в натуре реально вокруг болота, секвойный лес не внизу карты, и это типа не южная часть, а я просто тупо центр. Офигеть, это реально очень даже необычно. Очень, очень сильно необычно лично для меня. И чую я, что очень фигово. Опять-таки же не стоит забывать, что это все-таки PvP сервер. И сильно расслабляться здесь тоже нельзя. Здесь помимо опасности в виде динозавров, есть опасности в виде людей. Как ни крути. Да уже. То даже и свои могут подстрелить, если их не будут знать, что это я. А уж, к сожалению, это тяжело узнать, если ты смотришь в подзорную трубу и все в таком духе. Лучше не рисковать лишний раз. Надо так аккуратненько летать. Однако. Однако. Твою мать, какое огромное болото! Это не болото, это болотище! У меня от него лагает, блин. Это именно мой компьютер лагает от того, сколько здесь деревьев, мать его! Не, здесь реально очень много деревьев. Вот это просто абзац какой-то. Мне приходится прилетать просто тонны кубометров дерева, и это кошмар. Кошмар, я хочу получу. Я хочу. О, кайф. О, это пижар. Офигеть, красный. А ну, слушай, а что, реально красная? Это не баг, это не глюк, это так и положено, красное, мать его, озеро. Знаете, я тут даже занырнуть очкую, если уж на то пошло. Это красная краска от красного обелиска стекла сюда. Ха-ха. Ну-ка, какого левела тебе жарко? 12-го. Ну, всегда я встречаю таких маленьких левел каких-то. Жикс. Так, Стега там тусуется. А я смогу отдохнуть. Ой. А, нет, там вроде все нормально. Блин, красное озеро. Офигеть. Да уж. Это не тот обелиск. Сам же сказал, надо лететь к тому обелиску. Нам прилетел к другому. Пока по лесу летел, заблудился чутка. Оказывается. Однако. Свернул я явно не туда. Да. Налево. Пошел я налево, однако. А, черт возьми. Ну ладно, надеюсь, мне здесь безопасно. Ну, я вижу, тут трайки ходят. Вроде бы должно быть безопасно, чтобы присесть, отдохнуть и расставлю булки. Прикольный островок. Прикольный. 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 Прикольно. Это, наверное, пещера. Вот стопудняк это пещера. Скажите, что это пещера. Реально, напишите в комментариях, это пещера? Или нет? Я очкую туда спуститься. Нафиг, я вообще очкую приземлиться куда-то. Блин, так что я эту карту не знаю. Я не знаю, где здесь хищники водятся, где нет. И, блин, мне реально страшно куда-то приземляться. И это в натуре. Я не шучу. Я реально первый раз играю на этой карте. И я вообще здесь не знаю, что да когда где. По воле судьбы я начал с центра именно. Вот так вот как-то. Захотел с центра начать. Вообще я хотел начать с Вальхалы. Но, к сожалению, когда я собрался только снимать, Вальхалу так сдулась она, короче, Вальхала. И не стало Вальхалы больше. Ну, просто Вальхала, викинги, все дела. Люблю я скандинавскую мифологию. В целом она мне очень нравится. Прикольно. Ну, в натуре, а здесь черная река. И она реально черная. Может, это нефть? Я сейчас просто начерпаю ее. Фу, какие она грязная в натуре. А здесь она тоже грязная? И здесь она грязная. Ёпарас это. Не, ну в центре такого нету разнообразия. Ну, все-таки Айсланд, за Айсланд, это первая карта. Здесь конкретно прям душу вложили в карту. А за центр это уже, так сказать, не знаю, разрабы это сами делали или не разрабы, но, кстати, за центр она полегче. Там металла больше, кристалла больше. Камень, кстати, найти тяжелее. Здесь камень на каждом шагу валяется. Это плюс огроменный. Вот, причем реально валяется, просто можно собирать его, и ты много налутаешь. Допустим, на зацентре тяжело найти такой камешек. О, да. Зима, зимушка, зима. Я иду к тебе туда. Твою мать! Твою мать! Твою! Ах ты ж ёперный театр! Все. Почему я спрыгнул? А он бы разбился.
Черт, я забыл про выносливость. Долбаная ты задница. Вот такая вот фигня. Южная, западная, восточная, западная, 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 западная. Буду так бежать. Восточная, восточная. Это восточная, мне северная нужна, по сути. Мне же нужна северная, северная. Нет, не северная, все-таки западная, западная, западная. Третья. Черт. Не, ну лох, это судьба, у меня это призвание. Обелиск, ты, ну блин, ну это не то. Давай, убивай меня. Да, я пошел искать своего птерчика. Тупой придурок, тупой придурок. Смотри, смотри за своим динозавром, блин. А, добежал. И давайте посмотрим, что я налутал по ходу, пока я бежал. Смотрите, 580 камня. А, заспавнился я в самом низу. Черт побери, я там же заспавнился, где и был. И смотрите, куда я добежал. И за все это время у меня стоит бинт на постоянное нажатие на Е, то есть кликание по Е, чтобы лутать, чтобы не сломать эту буковку Е, и, соответственно, на кликание мышки, правой кнопки мыши, так сказать, у меня два бинда нужных. И, собственно, я постоянно кликал на Е. И вот пока бежал, я себе собрал еду. Вот, я себе собрал куча камня. Так, это выбросить. Так что, нехило. Ну, кстати, еще и волокна дофига собрал. Так, 89 вес, это, конечно, да. Но мне больше сейчас интересно... Да ладно, там термиты по ней ползают, типа... Фу, какая гадость. Но мне интересно, что это такое. А что это такое? А почему он такой темный и... И это не термиты лазят, это трава там типа внутри просто. Нет, сделано как будто бы термиты ползают по ней. Причем издалека, вблизи все пучком. Просто черный камень? А нет, тут металл добывается. На всякий случай. А, нет, это просто в воздухе это говно пепельное летает. Непонятное. Вот, господи, термиты. А чё он такой черный? Ну ладно, фиг да с ним. Вот. А, кстати, вот этот камешек другой. Ну-ка, давайте-ка его залутаем. Вдруг новый ресурс забуду. Так, никто-то меня не пасет. Ой, скорпиончик. Камень, кремень, металл. Ну, в общем, такая же пакость, так что в задницу эту гадость. Фух, самое главное, я живой и практически невредимый. Вот. Бежал всю эту дорогу, несколько раз отдыхал. И, как видите, благо я раскачал персонажа так, как нужно. Стойкость, скорость передвижения как нужно. Что получается, выносливость 200, это вполне достаточно. Ну и да, 150, вода 150. То есть тоже вполне себе неплохо. А в черной воде искупался. Она такая отвратная. Ладно, пойду я нефть искать. И жопа отмерзает. Нифига себе. Вы прикиньте. Я сейчас чуть не разбился опять. Экстерном летел из этого долбанного ада ледяного и чуть не разбился. У меня сейчас вон ноги переломанные, типа кости. От холода кости переломались. Отлично. И я опять чуть не разбился. Я настолько увлечен летел оттуда, что за выносливостью вообще не следил. Это полный абзац. Я просто, мать его, гений. Подыхать от глупых... По глупости, так сказать. Так, ну что у меня? В плюс идет. Отлично, я успел. Сейчас надо кожу изучить и попробовать в коже хотя бы туда пролететь, потому что это... А там мне просто нафиг холод съедает, и я явно никакой нефти не залутаю. Ну вот, хотя бы не зря слетал, обсидиана подлутал. В надежде на нефть сюда прилетел, ну, думаю, все-таки ладно, хотя бы обсидиан подлутаю, мне он все равно тоже так же будет нужен. Так что... Такие вот дела. Ну тут просто кабзда. Тут просто от большого количества этих камней, именно ресурсных, у меня компьютер тормозит. Причем реально именно сам компьютер, ну просто я ощущаю разницу, когда компьютер, когда все-таки сервер. Это как бы логично, что ты ощущаешь. О, еще водичка. Вот, но тут просто... Ой, я там желтый луч. Не-не-не-не, ну все нафиг. Опять-таки же,
Мне нужна кожа. Мне нужна кожа, потому что... Да, у меня с собой кожи нету, и, понятное дело, кожную броню я не могу сделать без кожи. Ой-ой-ой, жопа-то отмерзает, однако. Ай, блин, да, все, это кобздец. Кобздец это... Почему? Потому что вечер наступает. Все, короче, пошел. Улетел я обратно в итоге. Не мой сегодня день. Ну, что я могу сказать? Уже более-менее, я бы так сказал. 126 нефти я налутал, и в коже я чувствую себя намного увереннее в эту холодную заразу погоду. Да и проблема больше была в том, что я не знал, где она. А потом почитал с нежным биомом, если вы чувствуете себя... В общем, эти месторождения находятся вдоль всего побережья, на различных айсбергах, а и на различных айсбергах. Собственно, когда я это прочитал, я уже понял, куда мне лететь. Два камешка залутал, и все, пучку вам 126 нефти есть. Сейчас еще подожду, пока у меня здоровье откатится. То есть восстановится здоровье, и уже поскочу еще разочек туда. Залутаю еще разочек, чтобы у меня уже было, чтобы мне не обязательно нужно было туда идти еще разок в ближайшее время. Вот, и все будет пучком. Все будет пучком, все будет пучком. Кошмар просто какой-то. Надо просто меховые шмотки собирать. Надо реально меховые шмотки собирать. Это просто абзац. Тяжело. Тяжело без защиты от холода. Очень тяжело. Давишь. Ну что, погнали. Покажу вам что-то как-то где. Какие это вообще... с моей стороны это все выглядит. И выглядит это просто по-дебильному. Я вообще, кстати, пролетал. Я вот так через горы прилетел. Кстати, там тоже обсидианчик есть. Вот там вниз спустился. Я думал, на горах. На горах, ну, как на за центре, да. Гора, гора. Ну, конечно, на горах. Вот. В общем, такие вот дела. Кстати, что у нас там по времени суток? Времени суток еще нормально. Так что холодать из-за времени суток не должно. Но жопа отмерзает, однако, сильно. Практически полного восстановления здоровья дождался, но, как говорится, нет времени ждать. Там 5 уровень, наверное, не восстановилось, но все же. Вот, летал я вроде бы вот на том островке, либо на том, где-то там, здесь, да, вот на этом островке, вот там в углу. Здесь, получается, Сарко с Рексом, Сарко, Сарко с Рексом, Сарко с Рексом, вот, мерили силами. Судя по тому, что Сарка я не вижу, значит Рекс все-таки сильнее оказался. Ну да, не спорю, логично, но опять-таки же смотря у кого какой левел. Это что за фигня? Так, там вот Рекс стоит. Что за фигня? Ой. А, это типа руины, все, ясно. Я думаю, что за фигня добыть не могу. Парапапам. Парапапам. Под Кентависом теперь силами меряется. Ну окей, мерься дальше. Пупырками. Давай, 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 давай. Добывай, добывай, пока там Рекс... О, вообще зачетно. Пока Рекс занят, мы тоже будем заняты. Все пучком. Рекс, где еще? Нефтяночка, наша. Евчу, 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 нефтяночка. Ну, кстати, буря закончилась хорошо. Должно быть полегче уже. Это кто там бегает? Чувак суши, что ли? Обалдеть. Обалдеть! Не, мне еще рык суши не нужно. И сейчас минус 3, кстати, здоровье помедленнее уже должно убавляться, но все же убавляется. Это фигово. Я надеялся, что тут будет побольше нефти. Просто там, где побольше нефти, там бегает Рекс. И, ну, понятное дело, рядом с Рексом, так сказать, под Рексом я лутать не буду. Я дебил, что ли? Вот, кстати, да, там тоже нефть, он это... Слышь? Натуре около нефти, прям все тусуются. Такс, что у нас здесь? Вот здесь, давайте попробуем. Ох, прям аж два месторождения. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Так, все чисто? Чисто, вроде никого не слышу. Опять-таки же вроде. И быстрее, быстрее, быстрее. Ну, давай, 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 давай. Твою медь.
На всякий случай лучше шкребануть по-быстрому отсюда. Так, и давай последний вот этот, короче, чтобы уже... Что за твою мать? Это что сейчас такое было? Мой птер проголодался, у него желудок заурчал. Я что-то чуть не это, не обделался. Так, ну все, вроде бы как нормально. О, 300 нефти должно хватить. Хотя бы немножечко должно хватить. Вот, и уже потом с нормальными шмотками будет смысл сюда возвращаться. Так, надо здоровье повысить, потому что здоровье это все. Было бы здоровье побольше, я бы сразу бы залутал побольше. Вот такие вот дела, так что погнал я уже на базу. Ну все, прилетел я домой и подлетаю, смотрю, темное все. Думаю, что за фигня? Ну, потом я так подумал, все-таки, наверное, это какой-то типа бак освещения, и поэтому все такое темное, соответственно, и те камни тоже были темные из-за этого. Ну, это выглядит офигенно, знаете ли. Это реально, это офигенно. Весь дом в черный цвет покрасить. Это выглядит круто. Это реально выглядит круто. Так. Что-то я зайти здесь не могу. В общем, народ... Поставлю уже станок за кадром. Все это сделаю. Все уже будет за кадром, чтобы лишнее у вас времени тратить. Ну, собственно, вот еще немного металла подлутал. Вот. И, собственно... Что, в следующей серии уже начнем подготавливаться. Подготавливаться, еще раз подготавливаться к рейду. Да, следующая серия уже будет подготовочная, я покажу там что-то когда где, так сказать, промежуточная. Может, серия это вообще будет маленькая. Вот, и все, так сказать, отчет маленький своеобразный будет. Покажу, что, да как, да где, как я, так сказать, подготавливался. Че ты вечно, блин, в текстуру проваливаешься в натуре? Вот так сиди, че ты в натуре, прям? В общем, народ... Не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки, не забывайте комментировать, делиться своим мнением, в общем, комментарии, все дела. В общем, сервер Jurassic Park, опять-таки же PvP. Здесь, кстати, народ вот заходит, раз всем привет, все дела, значит, все-таки, ну, такой приветливый народ, но все-таки есть одни агрессоры. Вот такие вот дела, народ. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.